Большой юбилей сегодня отмечают архивы. 300 лет назад в этот день Петр I ввел должность архивариуса и велел вести учет всех документов. Чтобы узнать о сегодняшнем дне службы, мы побывали в хранилище Государственного краевого архива и познакомились с ценными и неожиданными находками исследователей. Тему продолжит Кристина Сорокина. Около миллиона документов находится в Государственном архиве Краснодарского края. В обывательском представлении это пыльные полки с папками бумаг. А на самом деле здесь в чистоте бережно хранится 200-летняя история науки, культуры, образования и промышленности Кубани и, конечно, судеб людей. Для посторонних двери во все 5 хранилищ закрыты, ведь внутри должна поддерживаться постоянная температура 20 градусов и влажность в пределах 50%. Однако в профессиональный праздник для нас сделали исключение. Наш архив существует по меркам истории недавно. Значит, он где-то вот, первые документы поступили в архив в 1793 году. Вот, то есть с момента образования города Екатеринодара. Вот, так что документы, конечно, интересные, они охватывают все эпохи, начиная с заселения до сегодняшних дней. То есть все организации, которые находятся у нас в городе Краснодаре, краевого уровня, сдают документы нам на хранение. Одна из важнейших частей архивного фонда – документы Великой Отечественной войны и периодика того времени. Кубанские газеты тяжелых 40-х годов представлены здесь в нескольких томах. На одной странице – вести с фронта, на другой – заметки о жизни в тылу. С каким трудом восстанавливали разрушенные сельхозугодия, предприятия и как планировали школьное образование. Обо всем можно прочитать в первоисточниках. А почти 12 тысяч военных файлов – подлинные акты злодеяний немецко-фашистских захватчиков, без купюр, живыми подписями и печатями членов комиссии, а главное, реальными фамилиями погибших, часто целыми семьями. Вот это акты злодеяний тех мест, где были, значит, зверски убиты наши советские граждане. Вот по каждой станице, по каждому хутору, по каждому городу такие акты составлялись, как по городу Краснодару, то же самое так по городу Лабинску, то есть все те населенные пункты, которые находились в оккупации во время Великой Отечественной войны. Часто важные открытия совершаются случайно и даже в читальном зале. Именно так исследователи нашли письмо астраханского священнослужителя царю Василию Шуйскому. Датировано оно 1609 годом, и теперь это самый древний документ Кубанского госархива. На первый взгляд, документ не имеет прямого отношения к истории нашего края, это естественно. Интересна история его поступления в фонд госархива. Документ этот привез в Екатеринодар Василий Андреевич Щербина, брат знаменитого историка, статистика Федора Андреевича Щербины. В деле хранится лист бумаги, на котором рукой самого Василия Андреевича сделано переложение текста письма на гражданскую орфографию, потому что текст писан, естественно, церковно-славянским языком. Еще одна удивительная находка – нарукавный знак одного из офицеров ударного полка генерала Корнилова. Пролежал он, между прочих, бумаг больше века и почти не утратил свой изначальный вид. Настоящее историческое сокровище, коих здесь не перечесть. Все они – свидетели, ждущие своей минуты в толще веков, а пока их бережно хранят для памяти. Кристина Сорокина, Михаил Дроздов, телекомпания «Краснодар».